Вот представь, ты узнал, что стал папкой. Вот по чесноку. Я в таком махуе, что хер знает. Просто пиздос. Слушай, ты не мог бы глянуть... Что? Сейчас покажу, погоди. Ты чё, видел когда-нибудь такое? Эй, ты чё, ты совсем, что ли? Погляди. Ёбаный насрал! Блядь! Кошмар, да? Да, это кошмар. А всё из-за той тёлки. Бля, чё ты с ним делал? Чё с ним вообще? Да не делал я ничего. А чё же он такой тогда? Кажись, у неё был пирсинг. Братан, лишь бы не инфекция. Видок очень не очень. Не то слово. Мазал чем-нибудь? Кортизоном, да что-то не помогло. Ага. О, ничего себе. Вот, смотри, я тебя... Видишь? Давай-ка убирай. Дальше пошло. Все, говорю, спрячь его в ножны. Извини. Ты же не против? Да, естественно, против. Это непрофессионально. Это я должен... Что? Это и есть отцовство. Ебануться можно.